Дорогой мой зритель, если ты планируешь поездку в Рим, то тебе придется очень много ходить пешком. И проголодавшись, у вас, конечно же, возникнет вопрос, где можно быстро и вкусно перекусить, не потратив при этом много времени на ожидание. Сейчас мы находимся на вокзале Термини. Я хочу показать вам центральный рынок Меркато Централе, на котором можно не только купить продукты, но и вкусно и быстро покушать. Работает этот рынок с 8 утра и до 24 часов ночи. Как сориентироваться на вокзале и найти Меркато Централе, напишу под видео. Читайте прикрепленный комментарий. Зайдя на рынок, увидев огромное разнообразие на прилавках, от царства еды можно растеряться и не знать, что купить. Я бы посоветовала вам сначала пройти по рынку, а потом определиться. Сегодня я остановлюсь на некоторых продуктах. Хочу хоть как-то вам разъяснить, что есть что. Иногда достаточно посмотреть на блюдо, и ты уже понял, что туда входит. А есть такие, смотришь и не понимаешь, что это за чудо и с чем его едят. Супли. Это рисовые шарики с моцареллой, обваленные в сухариках и приготовленные во фритюре. Если раньше готовили супли по классическому рецепту, рис смешивали с томатно-мясным соусом, в середину добавляли кусочек моцареллы, то сейчас существует огромное множество рецептов. За основу все так же берется рис, а начинка может быть разная. Например, супли качо и пепи. Рис белый без томатного соуса. Добавляют тертый сыр и перец, обваливают в сухариках и готовят во фритюре. Но я все-таки вам советую попробовать классическое супли. Итальянцы любят разламывать супли пополам, чтобы оно быстрее остыло. При этом расплавленная моцарелла тянется между половинками, как провод. Такие супли напоминают телефон. Их еще называют супли аль телефоно. Первый раз в Риме супли приготовили в середине 18 века. В самом первом рецепте были использованы куриные потрошки, затем заменили их на говяжий соус. И с тех пор супли стали очень популярны в Риме. Сейчас их можно встретить в пиццерии, в ресторане. Это отличный быстрый перекус. Но помните, чтобы почувствовать настоящий вкус этого блюда, с тянущейся моцареллы их нужно кушать горячие. А хозяюшкам хочется посоветовать взять это блюдо на заметку. Вам достаточно приготовить соус болоньезе и отварить рис, а слепить шарики и положить туда моцареллу не составит особого труда. Для приготовления крокетто ди патате используют картофельное пюре. Добавляют туда немного мускатного ореха, натертого сыра пармезан, затем формируют биточки, обмакивают в яйце, затем обваливают в сухариках и готовят их во фритюре. Для любителей салями и сыров предложены вот такие кулечки. Слева на витрине выложена пицца Романо. Готовится обычная белая пицца, разрезается вдоль и наполняется разными начинками. Например, бризаула, моцарелла и листовой салат. Бризаула – это вяленая говядина. Также на витрине представлена пицца Романо с прошутто котто, с вареной ветчиной, и с прошутто крудо, с вяленой ветчиной. Шпажками к пицце прикреплена начинка, чтобы не ошибиться. Большой кусочек стоит 7,90, маленький 4,60. В этой зоне рынка вы можете заказать себе горячую пасту или пиццу. Приготовят все быстро, и вы можете понаблюдать за процессом приготовления. Думаю, вам будет интересно. Этот отдел специально для вегетарианцев.
detox. Smaller lunch. Detox. Yeah, you want to eat inside. Oh, yeah, why not? Если на рынке вы увидите вот такую фарфоровую голову, знайте, вы подошли к сицилийскому отделу. Первое, что бросается в глаза, это вот эти пирамидки. Называют их арончини. Это что-то наподобие супли, рисовые шарики. Только они другой формы и с другой начинкой. Здесь есть арончини с начинкой шпинат и моцарелла, а есть арончини с сицилийским песто, который готовится из миндаля. Ребята, пробуйте все, это на самом деле очень вкусно. Каноли сичилиани – это трубочки, приготовленные во фритюре. При покупке вам начиняют их творожным кремом, приготовленным из рикотты, и посыпают молотыми орехами или шоколадом. Если вы хотите купить и съесть позже, вам крем упакуют отдельно. И начинять трубочки вы уже будете сами. Это самый лучший вариант не дать размокнуть нежным трубочкам. В отделе напротив продается пицца с разнообразными начинками. Ее продают на вес, и цена указана за 100 грамм. Римская булочка маритоццо. Сладкую булочку с блестящей корочкой разрезают посередине и заполняют ее взбитыми сливками. Марито в переводе с итальянского означает «муж», а маритоццо – «муженек». Когда-то молодые люди дарили эту сладость своим девушкам в первую пятницу марта и украшали ее сердечками. Ну а если у парня были серьезные намерения, то внутрь он прятал обручальное кольцо. Вот такая история у этой сладости. Тирамису я люблю готовить дома. Панна-котта – это десерт из сливок, очень вкусное. Выпечка в виде рожка в Италии называется корнетто. Его обычно покупают на завтрак. Если хотите без начинки, значит, вам надо просить корнетто семпличе. А сейчас мы находимся уже в другом баре, который находится недалеко от нашего дома. Бар с сицилийскими сладостями. Вряд ли кто-нибудь из вас сюда приедет, но ассортимент я вам все равно покажу. Надеюсь, мой небольшой рассказ об итальянских блюдах и сладостях поможет вам сориентироваться в выборе. Не успели закончиться новогодние праздники, магазины Рима начинают заполняться новыми сладостями. Сладостями к карнавалу. Об этом более подробно я расскажу вам в других видео. Скажу только одно. Эти сладости в Риме называются фраппе. В других регионах Италии их называют по-другому. И напоминают они наш хворост. Их готовят по-разному. Выпекают в духовке и во фритюре. А напоследок, ребята, я предлагаю вам заглянуть еще раз в пиццерию Аличи. Вы посмотрите, какой богатейший выбор пиццы. И вся она тонкая и хрустящая.
Я сегодня выбрала себе маленький кусочек пиццы с салями. А на этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить пальчики вверх. До новых видео, друзья!